нравится. Звать кур неприятно. А ну сам. Покажи, покажи. Куры, куры. Куры, куры, куры. Ну-ка. Кто первая? Кто первая несушка? Куры, куры, куры. Как давай, партизаны. Сползли. Партизанки. Кушай, кушай. Ладно уж. С этой посуды обычно не едят. Но так как у нас праздник сегодня, к нам приехал блогер. Каша без вина. Так, ну кушать-то хочется, вы боитесь? Кушать, а кушать хочется. Хочется всегда. Там и яблоки есть, и картошечка. Не, бояться, глаза на выкате. Крю-крю, кру-кру. Ну, смелые будут сыты. Или проживут меньше. Ну что? Они смотрят, когда кто-то начинает кушать, ну и сами, естественно, подходят и тоже. Потом уже кто-то подойти, бахнуть. Расступись. Раззудись плечо, клюв, то есть, или крыло. Ну, в общем, все зависит от того, как мы на это посмотрим. Кто-то просто ест, а кто-то уже длушпает. Вот это коричневая длушпает. Это страшно. Это же их хотят есть, или это они так просто? Ну, они так, за компанию. Они, может, и хотят, но лень. Знаете, как мужики, вот, они обычно не любят готовить. Вот так петухи не любят есть. Почему, непонятно. Не петушиное это дело есть. Да, помахать, покричать там. Повозмущаться. Машку-заляшку. А так... Не следя за своей фигурой. Вот, видишь, воет. Стал воет. Че ты воешь? И собак не надо. И петухи так выть будут. Эти рыжие собаки. Вот, четверо. Четверо рыжих. Нет, пять. Но она полиняла, она стала более светлая почему-то. Вот так курица полиняла. Вон. Стала светлопегой. Ну ладно, хватит уже, хватит. Давайте я вам в кормушку наложу. Пошли, пошли домой. Домой. Полный бак. Трын-трын-трын. А в курятнике сейчас макароны. Дают. С мясом. Не, мяса нет. Мясо еще не прилетело. За мясом бежать надо. Да, но еще улететь может и уползти. Куры, куры. Так, сейчас еще цыплятам надо наложить. Без этого никак. Вот она пришла. Сейчас цыплятам наложу. Что здесь? Был такой фильм «Броненосец Потёмкин». Так там с мясом мясо давали. Так, ну это петухам надо оставить. Петухи тоже, может, добавки хотят. Ну-ка.
Ну-ка, давайте. Видно хоть что-то? Так. Что-то есть, да? Ага. Что-то есть, что-то есть. Ну-ка, вы теперь. А ну этих поснимай. Какие веселее выглядят. Какие? А кушает вот тот белый цыпленок, только что он отошел. Вот тут дольше всех залазит с ногами. Угу. Он сейчас вправо пошел. Получит ноги, остальные едят. Да. Не пей компот, там повар ноги моет. Да, это вам не суп. Не, они боятся. Фонарик все-таки их пугает. Вот, опять повар подошел, этот белый. Маленький, но противный. Залазит с ногами и начинает там лушпать со всей силы. Ну, покажи, покажи, давай, залазь. Во-во, началось, смотри. Я же говорю, маленький, белый и противный. Камеры боятся, не привыкли еще. Вот такие вот забавные цыплята. Так, ну сейчас надо петухам немного насыпать. А то они вчера без добавки сидели. Так, пальмички. Давайте чистите ваши зубы. Сейчас посмотрим. О! В эту кормушку они, ну, я больше стараюсь положить, и лучше они из нее питаются, чем из кастрюльки. Кастрюлька, она не такая. Не такого цвета. Вот кастрюлька. А вот эта кормушка для собак, я их называю, или для котов, в общем, такая. Для домашних питомцев. Да, они считают себя домашними питомцами. Вот я тут рядом ставлю, чтобы они все вместе одновременно могли подойти поесть. Кто там у нас? Мурдерсан и Рефери. А там гуляет у нас Пучеглазка и Император. Красный перец боевой. Самое интересное, что вот маленький петушок ест за всех. Вот сколько не приношу, а он ест и ест. Первый начинает и последний. Наверное, растет. Ну что, пошли. А теперь надо положить для второй серии, чтобы вечером еще можно было принести, если надо, конечно. Открываем закрома. А вот и петушки. Кто здесь? А он с другой стороны прорваться хочет. Ты здесь? Безымянный и кукареку. Дрон подлетает. Круги наматывают. Все, следующая партия. Сухой. Заготовка, да, сухой, а потом будет туда добавлять все подряд. Так что, погнали. Кормление, оно непрерывное. Все выключил? Нет.
Нет. А зря, а зря. А что, сейчас интимная кормежка? Ну, можно и так сказать. Бывает, любят такое, я поставлю. Они все равно держат. Курочки мои, идите покушайте. Куры, куры, куры. Давайте. Вот это вот самое такое противное. Оно всех там. Если что-то не так, клюет. Молодежь клюет. Первая подходит, клюет. Тыц. Опа. Да нет. Неужели еда? Нет, не может быть. Она не того цвета. Эй, чуваки, что вы принесли? Дай попробовать. У нас сегодня пицца? Да, не, пицца не с курицей пицца. И ананасом. С клювами. Суши. А видишь, зубы уже полные, он уже вываливается вперед. Морская капуста и хрен. Хрена полно на участке. Вот самое спокойное — это белый луч. Вот это темненькое. Оп, разбежались. Кто здесь? Сзади подкрадывался. Но они не прыгают. Ну все, выключай. А где выключи? На кнопке.